Добрый день, дорогие друзья! Я вам сегодня хочу показать, как мы склеиваем нарукавник. Мы приехали на море, перед этим купили нарукавники для плавания в ладьюше. Но получается, что один разошелся по шву. Вот видите здесь. Нами был приобретен клей Intex, который я уже показывал в предыдущем обзоре, для склеивания. Ну, мы уже показывали вам тюбик с клеем. Ну, я так прикинул, что раз здесь у нас разошлось по шву, то пленочку применять мы не будем. Просто попробуем заклеить сам шов. Налить трошки клея, прижать и посмотреть, как это будет все происходить. Ну, давайте попробуем. Я взял сам клей. Взял иголочку. Тут, в принципе, можно крышечкой, видите, там острая, пробить. Ну, я лично люблю пользоваться иголочками. В старых клеях обычно шли иголочки. Ну, сейчас об этого нету. Так, попробуем. Видите, клей уже выдавился. Он здесь получается не такой уже и жидкий. Он получается гелеобразный. Ну, чуть-чуть на иголочку взяли. Так, где наш разрез? И аккуратненько в середину наносим. Прямо на глазах застывает, видите? Все намазали. Попробуем прижать. Все, заклеили. Я думаю, минут на 15 оставим его, чтобы оно хорошо приклеилось, а потом надуем и покажем. Пару минут, дорогие друзья. Я могу вам продемонстрировать полностью заклеенные два рукава. В принципе, держит, клеить хватает быстро, клеит вроде бы неплохо. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал. До свидания.